Добрый день, уважаемые дамы и господа. Рад еще раз всех приветствовать. Если меня слышно, видите картинку перед собой, просьба поставить плюсики в чате, отметиться, что у нас все в порядке с трансляцией, есть звук, есть изображение. Для тех, кто, возможно, первый раз присутствует на нашем обзоре, вкратце повторю план, то, что мы обычно с вами рассматриваем. Рассматриваем ситуацию прошлого торгового дня с точки зрения выхода важных новостей статистики, отмечаем, как эти новости и статистика повлияли на наши инструменты, также рассматриваем текущий торговый день, отмечаем главный важный новостной фон, ищем возможности для входа в сделки, рассматриваем точки входа и цели по нашим операциям, плюс мониторим уже текущее состояние рынка и текущие наши открытые позиции. Все это мы смотрим с вами на, как правило, утреннем обзоре. Что касаемо дневного обзора, то есть мы уже смотрим влияние европейской сессии на наши основные инструменты, также рассматриваем возможности для входа в позиции, то есть если условия выполняются, которые мы намечаем на утренних обзорах, да, то есть мы по нашим условиям стараемся открыть позиции, расставить цели, приоритеты. Ну и на текущий момент уже мониторим рынок и наши открытые позиции. Так, ну что, вижу инструменты. Так, инструмент, так, у нас евро-доллар открыто. Так, вижу, народ у нас подключается, комментарии все вижу положительные. Давайте тогда начнем с нашего первого инструмента, это евро-доллар. Посмотрим. Ну и в общем целом пока ситуация достаточно стабильна. По-прежнему мы находимся на зоне 1.12. Ничего нового. Здесь мы уже с вами с утра об этом говорили, что первая половина дня также пройдет, как и, собственно, два предыдущих дня. Да? То есть во флете разноправленные движения, рынок в ожидании, естественно. Сейчас, то есть, ждем открытия Америки, статистики и главного события сегодня — заседание ФРС и объявление итогов. Самое главное — заседание. Будет плюс конференция, пресс-конференция Джанет Йеллен, вот, которая уже, в общем, подведет итоги, да, и обозначит возможные перспективы дальнейшей политики уже от ФРС. Вот. Главным образом, то есть у нас с вами в любом случае, мы, что касаемо евро-доллара, да, то есть и вообще в принципе сегодня ждем фактических данных новостей, да, ждем пресс-конференции и далее уже по факту уже того, что рынок будет реагировать, да, то есть реагировать, естественно, на слова и политику будущую. В этом случае мы уже будем рассматривать открытие позиций, плюс у нас, конечно, есть с вами условия по открытию позиций, да, что касаемо возможного снижения, да, продаж в случае укрепления доллара, да, если, собственно, ну, будут обозначены позитивные перспективы для экономики, да, то есть, скажем, улучшены прогнозы, да, там, по, к примеру, росту инфляции, да, то есть ожидания, к примеру, да, что там за там, 3-4 квартал, да, то есть инфляция выправится, и по итогу мы там можем увидеть за 2017 год до конца года, да, то есть оптимальный уровень инфляции, да, то есть если будут также позитивные прогнозы, да, по росту ВВП и, собственно, рост рынка труда, заработных плат, да, в этом случае, конечно, это будет позитив. Ну и плюс те вопросы, которые актуальны для крупных участников инвесторов, если они получат сегодня, получат ответы, да, или хотя бы намеки на то, что будет дальше, да, то в этом случае это все будет позитивно для американской валюты. То есть в этом случае, конечно, мы увидим снижение пары евро-доллар. Вот. Но, как, в общем-то, показывает практика в основном, конечно же, все-таки ФРС, да, ну, старается до конца никогда не раскрывать свои карты, да, даже если, скажем так, что-то известно, да, и о чем-то договорились, тут, ну, как бы в любом случае стараются, чтобы рынок, ну, скажем, ну, особо не перегревать, да, то есть чтобы не было никакой паники на рынке, потому что они знают, что в любом случае будет отражение на инструментах финансовых, да, то есть на валюте, на там фондовом рынке, да, будет очень сильная динамика, потому что стараются очень аккуратно
высказывать, да, и, ну, как бы все такие вот важные вопросы, да, там, и на перспективу важные вопросы, да, стараются как-то так дать обтекаемые определенные там ответы, да, которые, ну, по факту никакой конкретики не дают, в общем, в целом. Думаю, что сегодня все-таки конкретики никакой мы, конечно, не дождемся, да, по актуальным вопросам, особенности, если это касаемо сокращения баланса, я думаю, все равно рынок будет ждать, да, каких-то комментариев, но думаю, что все-таки постараются, ну, как-то этот вопрос обойти стороной, в общем-то. Вот по поводу сокращения, и то же самое можно сказать по инфляции, то есть сегодня как раз будут важные данные как раз перед самим заседанием, буквально за 2-3 часа до заседания будут важные данные по инфляции США, инфляция цен потребительских, и вот этот момент, я думаю, тоже все-таки не будут на этом заседании затрагивать, хотя я думаю, что уже знают статистику, знают цифры, вот, но пока, в общем, не будут акцентировать на этом внимание, хотя это важно все-таки, да, инфляция, показатель, который больше всего как раз-таки заставляет тормозить какие-то важные действия, решения представителей ФРС, да, члена комитета ФОМС, заставляет задуматься, да, потому что это вот как раз такой противовесный показатель, который... ну вот не только там представители, да, ФРС, но и собственно участников рынка заставляет активно задуматься, вот, и негативно влияет на американский доллар. С другой стороны, да, то есть это, в общем-то, позитивные данные по рынку труда, да, то есть и данные говорят о том, что со временем, да, рынок труда Америки приходит к полной занятости, ну и плюс перспективы роста дальнейшего ВВП экономики, это тоже вот на стороне, скажем так, роста американской валюты дальнейшем, да, и то, что позволяет, в общем-то, придерживаться курсу повышения процентных ставок сейчас, да, ФРС, ФОМС. В общем-то, и то, что мы можем сегодня, да, уже точно увидеть повышение процентной ставки на 25 базисных пунктов и следующее повышение, то есть обозначить, я думаю, что сегодня все-таки будут определенные какие-то намеки, да, сделаны на там вектор следующих там повышений и ужесточений, важный момент для рынка, да, для того, чтобы, скажем так, учесть, да, уже в цене, потому что в основном, конечно, на там 80-90% уже в цене учтено вот сегодняшнее повышение фактическое. Вот. И чтобы, скажем так, обозначить дальнейшие действия, да, тут уже регулятор должен сегодня уже, да, там, скажем, хотя бы не детально, но обозначить, да, там, примерные сроки, когда ожидать там следующий рост ставки. Вот такой момент. Будем ждать сегодня. Завтра, конечно, с утра с вами уже по факту все рассмотрим. Увидим реакцию. Да, и уже, то есть у нас в любом случае с вами есть сценарий. И один из сценариев в любом случае будет выполнен. Как ни крути. Вот, ну и условия также, да, что касаемо тех же покупок, что касаемо продаж, у нас с вами есть по продаже, да, у нас после пробития 1.1150 последует, и ближайшая цель сразу же у нас будет это 1.11, далее уже с пробитием зоны 1.11, да, то есть мы увидим ослабление нашего восходящего тренда, и плюс, конечно же, поменяется вектор. Да, то есть будет пробита вот эта нижняя граница нашего вот этого восходящего канала. Ну и в связи с этим, конечно, мы также будем продолжать рассматривать продажи. То есть активно, то есть после 1.11 пробития у нас следующая будет ближайшая зона цели 1.10 и конечная зона 1.1050 и конечная зона 1.10. Вот, пока сейчас... Ну вот мы придерживаемся, да, вот такого вот вектора, достаточно такого остро направленного, да, вверх. И ну и пока, да, на текущий момент у нас восходящая тенденция при этом присутствует, конечно. Флетовая ситуация, да, уже, то есть на этой неделе по евро-доллару, да, то есть полный флет. Вчера, позавчера, ну и сегодня пока продолжаем двигаться.
Вот. Ну, это и понятно, да, потому что есть ожидания прежде всего. Вот. Что касаемо фунта британского, здесь мы видим, что фунт у нас сегодня, с учетом статистики, новостей по рынку труда, дошел до 27.93, и отсюда сейчас мы видим, что пытается развернуться, образовать максимум. Да, то, что пока получается, в принципе, получается образовать максимум. И ну, что касаемо, опять же, цифр, смешанная, конечно, статистика была, почему у нас и получились такие разноправные движения. Вот, по рынку труда, и пока мы видим, что уже ближе к открытию Америки, да, то есть стараются все-таки, то есть быстро все достаточно, да, распродали, и сейчас валютная пара у нас потихоньку двигается вниз, но при этом, конечно же, фунт у нас сегодня меньше всех отреагирует на сегодняшние события, да, именно по Америке, потому что здесь уже участники именно по британскому фунту ждут завтрашних событий, потому что завтра у нас тоже важное событие, заседание Банка Англии. Вот, более важное событие, которое уже все-таки заставит уже активно действовать участников, инвесторов. Поэтому сегодня, конечно, будет реакция, она будет в любом случае, но она будет сдержанная все-таки. Потому что будет ожидать уже более, скажем так, важного события для британского фунта. Вот. Но в любом случае у нас также с вами есть условия, да, что касаемо продаж, что касаемо покупок. Сегодня можно тоже отреагировать, да, в краткосрочную перспективу открытия, да, что касаемо дальнейшего возможного снижения разворота, да, если у нас по факту будет образован очередной максимум внутри дня, возврат к зоне, тогда, собственно, мы будем с вами наблюдать 1.2655, важная граница поддержки. Ну и здесь уже, конечно, можно будет рассмотреть вот такую, скажем, незначительную продажу с ближайшей зоной целью. А уже, ну, скажем так, продажи, которые будут более вероятны, здесь уже с пробитием, конечно, границы 2655 уже можно будет рассматривать активно. Продажи ближайшей цели у нас 25.71 будет, 25.45 и 25 ровно, это конечная граница наша, куда мы будем в случае пробития, да, важной зоны 26.55 будем ждать цену. Вот, плюс у нас, если мы посмотрим дневной таймфрейм, недавно было замедление, да, с точки зрения технической картины мы это видели, благодаря важным событием, да, выборы парламентские у нас на прошлой неделе состоялись, мы уже все прекрасно знаем, да, результаты, в общем-то, реакция была, ну, понятная реакция, и сейчас, конечно, в связи с таким вот ослаблением, и когда видим, что постепенно меняется, в общем-то, перспективы ситуации, да, уже, собственно, ну, покупатели не столь позитивные, да, то есть и, собственно, позиции, вот эти вот позиции среднесрочные крупных участников, да, уже закрываются, в общем, поэтому увидим постепенную смену настроений, да, и настроение, то есть уже в пользу продавцов у нас идет, и как раз завтра уже, ну, скажем, возможно, будет уже в ну, вторая волна, возможно, да, если, собственно, у нас завтра никаких важных моментов не будет оговорено регулятором, да, то есть если все-таки те ожидания, которые есть у участников рынка, крупных участников, они не будут завтра обозначены в рамках пресс-конференции, да, то есть ждут, конечно же, прежде всего информации, то есть когда центральный банк будет снижать объемы активов, да, покупки, стимуляции, да, сворачивать постепенно, и когда будет повышение процентной ставки, когда ждать. Вот. Если это сказано не будет, а скорее всего, да, с учетом среднесрочных все-таки рисков, этого сказано скорее всего не будет, да, то есть в этом случае это будет негатив для британской валюты. Да, ну и плюс с учетом, опять же, тех же среднесрочных перспектив, которые учитываются также рынком. Вот, и сегодня мы тоже с вами затрагивали очень важную тему, кстати говоря, да, которая в среднесрочном тоже может в перспективе повлиять.
повлиять на британскую валюту. Вот, поэтому все вместе, в совокупности, конечно, это может быть негативной ситуацией. И продолжение снижения, да, то есть в этом случае мы увидим. Вот, только намеки, да, на будущее позитивное, да, ужесточение политики может резко поменять ситуацию по британскому фунту на сегодняшний день. И в нашем случае, что касаемо тех же покупок, нас устроят, да, будут активные покупки после пробития зоны 27.93. Пробитие отсюда уже рассматриваем. Ближайшая зона цели у нас 26.55, 1.2907, собственно, 29.83, ну и постепенно возврат уже к основной среднесрочной перспективе и в дальнейшем возможно обновление всего среднесрочного максимума, который был сформирован у границы 1.3020. Вот мы можем уже увидеть. Вот, пока наблюдаем, что касается британского фунта, в любом случае сегодня завтра, да, то есть завтра более важный день для британской валюты. Ну и сегодня, опять же, для особо жаждущих поторговать по фунту, короткие позиции, то есть на дальнейшем снижении, да, то есть возврат к зоне будут актуальны. В принципе, ну я рассматривать их точно не буду, да, то есть, ну, для себя именно, в плане открытия позиций. Так, далее. Доллар-франк. Доллар-франк, мы видим, что в общем целом пока ничего нового. Разноправленное движение, движемся в диапазоне. Ждем, самое главное, у нас условия выхода, да, то есть из диапазона есть при открытии позиции. Что касаемо пробития верхней границы диапазона, это у нас условия по покупкам, сигнал. И ближайшая цель у нас будет с вами, это зона 97.63. Далее, конечно, граница 98.13. Что касаемо возможных продаж, да, то есть продажи последуют в том случае, если, собственно, будет ослабление, да, американской валюты, и, соответственно, участники бросятся покупать валюты и активы убежища, поэтому франк может также и укрепиться, да, вот в этом случае. 96.59 – это зона, которую мы мониторим, да, и при пробитии данной границы мы ориентируемся уже на продажи. Но здесь еще один момент, конечно же, есть. Все-таки франк у нас уже находится практически на самых низах, самый минимум, откуда все-таки больше уже идет ориентация на покупку. Покупка доллар-франка, да, то есть распродажи швейцарского франка, это зона вот 0.9585. Фактически, конечно, мы еще к этой зоне не подходили, то есть это и самая минимальная граница, но с учетом сегодняшних данных, да, в принципе, мы можем подойти фактически, да, ну и короткую продажу, то есть уже на этом открыть, да, и, собственно, заработать. То есть тут небольшой потенциал, в принципе, есть движение, динамика. Вот. Но в основном, конечно, рассматриваем уже покупки, разворот. Плюс пока, конечно, у нас формируется среднесрочный нисходящий тренд. Очень хорошо мы углубились вниз. Вот, сейчас будем наблюдать. И важный момент, конечно же, зона есть у нас 98.13. Важная граница. Если мы эту границу пройдем, пробьем, да, будем наблюдать за уже постепенно смена перспектив, да, и смена тренда среднесрочного, да, с нисходящего на восходящий тренд. Вот. Плюс, конечно, у нас есть среднесрочная граница, максимум, который мы ожидаем все-таки, ну, тут как минимум, да, до конца года 2017, это зона 1.0337. Возврат к предыдущему локальному максимуму, который был сформирован в конце года прошлого. Вот сейчас пока, ну, скажем так, небольшие признаки есть восстановления. Посмотрим. Здесь уже, конечно, будет зависеть от определенных факторов. Прежде всего, от ФРС, заседания. Так, далее. Иена японская. Видим, что, ну, сегодня доллар-иена у нас немного пара начинает, да,
выходить уже вот из этой флетовой зоны, совсем чуть-чуть, конечно, но тут в любом случае мы ждем для открытия тех же позиций, покупок, ждем пробития зоны 110.71, конечно же. 110.71 в этом случае активные покупки, цель у нас ближайшая 111.62, 112.06, 112.30 и, конечно, зона 112.69. Вот это в случае, опять же, позитивного исхода событий, да, для американского доллара в том числе. Опять же, что касаемо возможного укрепления иены, да, то есть как валюты убежища на фоне разочарований, пробитие 109.64 отсюда можно рассматривать. Ну и также, как и швейцарский франк, все-таки иена тоже нашла свой минимум все-таки. Самый минимум, конечно, зона 108.30, ну и также зона, которую мы рассматривали совсем недавно, да, и откуда ждали разворота, ну, в принципе, мы его получили, да, такой краткосрочный разворот, это зона 109.09, самый-самый минимум, да, то есть, в принципе, мы можем еще сюда вернуться, вот, с учетом сегодняшних событий, но, опять же, это ненадолго, да, все равно ждем разворота. И самое главное, конечно, если мы на этой неделе по факту увидим дальнейший рост, ну и как минимум будем говорить уже о ослаблении, видим, что пока вектор вот у нас, траектория нарисовалась, да, дальнейшего движения примерно по технической картине, будем ждать. Если, собственно, траектория верна, да, то в нашем случае, конечно, мы рассматриваем только покупки, ну и плюс подтверждение, конечно, наши фундаментальные факторы, которые тоже будут нам говорить о том, что сейчас участники активно рассматривают покупку, да, по доллар-иене, ну, собственно, распродажи японской валюты, и больше рассматривают уже такие, скажем, более высокодоходные, да, более рисковые инструменты. Вот коим является американский доллар все-таки, да, по отношению к иене японской. Вот, посмотрим, ждем. Ну и, конечно, доллар-иена, пара, которая на сегодня будет наиболее интересна. Я думаю, что лучше всего должна отреагировать, в принципе, на вот сегодняшний комментарий. Будем ждать. Далее, что касаемо доллар-канадца, мы видим, что по факту у нас канадец сегодня дошел до границы 1.32, видим, был ложный выход у нас, но при этом пока остановились, и сейчас уже, конечно, участники больше будут рассматривать возможности закрытия, да, покупок по Канаде части, что приведет, несомненно, к коррекции, конечно, то есть будем ждать эту коррекцию, что очень хорошо, конечно, углубились. При этом уже мы видим, траектория нарушена была, раз, то есть и ослабление, два, плюс мы видим, что сейчас у нас уже с учетом нового минимума среднесрочного, да, который уже сформирован и формируется, вернее, да, пока еще рано говорить, конечно же, формируется уже ниже предыдущего. Это говорит о том, что настроения меняются, настроения на рынке, да, в пользу как раз таки продавцов и в сторону покупок канадского доллара. Возможно, это приведет к тому, что если у нас будет активное пробитие 32 зоны, это приведет к тому, что мы пойдем к нашей зоне, это минимальная граница, зона 1.30. То есть это будет наша цель уже по продажам, собственно. Вот, и возможно, это будет широкая такая вот, скажем, формация боковика, да, в рамках которой у нас будут происходить такие вот движения, достаточно мощные, разноправленные. Вот, все, что мы видим сейчас, ситуацию по там, тому же австралийцу. Да, когда уже там, конечно, по австралийцу уже формация достаточно четкая, ясная, да, там уже 2 года мы формируемся, а здесь пока еще, ну, четких границ мы не видим. Да, по крайней мере, есть зона 1.30, да, которая больше проглядывается. Верхняя граница, конечно, достаточно размыта, можно сказать, что это зона 1.3787, можно сказать, да, но опять же надо смотреть, где будут дальше у нас сформированы остальные там среднесрочные границы.
Вот, если это опять же у этой же зоны, да, то тут уже будем утверждать, да, более четко говорить о том, что это есть у нас верхняя зона, да, полностью диапазон с вами говорить с учетом нижней границы, и работать в этом диапазоне уже. Вот, но пока на текущий момент это сказать очень сложно, потому что действительно границы достаточно размыты. Так, далее. Австралиец. Австралиец у нас, мы видим, достаточно неплохо начал расти, да, то есть он уже на европейской сессии очень хорошо укрепился, и пробитие зоны 75-58 мы видим, да, то есть, соответственно, у меня покупки открыта, покупка, ну, ближайшая зона цели у нас была обозначена 0.76, ждем, дальше уже с возможным пробитием зоны 0.76, следующая граница будет 0.76-44. Вот такой момент. Плюс, конечно, идет процесс формирования очередного среднесрочного максимума. И недавно мы видим, что после ослабления, да, то есть у нас происходит смена перспектив, смена роста, да, собственно, активно сейчас покупают австралийский доллар, то есть уже смещаются акценты. Но опять же, на австралийце это произошло, конечно, гораздо позже, чем на новозеландце. Вот, но в любом случае они всегда рядышком стараются двигаться, да, то есть и в плане, опять же, тех же покупок, продаж, потому что валюты достаточно такие родственные, да, то есть сырьевые валюты и, собственно, страны, да, которые в том числе и между собой занимаются внешнеэкономической деятельностью, торговля, да, и у них есть общий такой один из основных партнеров, да, это Китай, который влияет уже и на австралийский курс, да, и на новозеландский курс, собственно, и позволяет, ну, собственно, дать спрос, да, то есть кто, это я про Китай, да, спрос на сырьевые товары, которые добываются в этих странах, собственно, что позволяет и вырасти цене на сырье, да, и в связи с ростом сырья у нас укрепляется также курс валюты австралийского доллара и новозеландского доллара, сейчас мы это видим. В принципе, и мы видим, что сырьевые валюты, в принципе, достаточно неплохо сейчас укрепляются. Да, то есть и новозеландский доллар, и австралийский доллар, и канадский доллар, собственно, все растут. Вот, сейчас видим, что действительно у нас происходит смена перспектив, да, но при этом глобально, да, если смотреть более глобально, все-таки недельный таймфрейм, мы видим, что у нас валютная пара находится в диапазоне, боковик, собственно, 0.77 и 0.7170, две границы, верхняя и нижняя, то есть и вот мы находимся в такой вот широкой формации, да, но боковика идут у нас движение, динамика. Вот, сейчас будем ждать формирования среднесрочной границы, плюс нужно не забывать еще про один момент, факт, да, это сама валюта, которая на сегодняшний момент, да, с учетом текущего курса является переоцененной уже, то есть курс не оптимален, и я думаю, что последствия будут со стороны участников, как минимум экспортеры, да, которые начнут продавать активно, да, для того, чтобы снизить курс австралийского доллара, потому что переоцененный курс, он всегда негативен для экономики, экономического развития, и в дальнейшем мы можем увидеть снижение темпов роста. С учетом, вот если у нас в ближайшее время, да, то есть курс продолжит расти, да, то есть мы увидим тогда уже на следующий период снижение экономических факторов, да, то, что приведет уже к развороту, да, то есть и австралиец у нас будет ослабляться, плюс если у нас еще и перспективы американского доллара, да, будут уже до конца года ясны, да, то есть и американец будет постепенно набирать обороты, в этом случае, то есть мы уже увидим снижение, да, то есть уже, ну, скажем, более серьезное такое снижение, не как у нас было там, там в первом половине, да, года, когда, ну, вот, с очень серьезными такими коррекциями, да, отклонениями, но все равно мы двигались вниз. То есть уже более уверенное снижение все-таки мы увидим. Ну и также среднесрочная цель у нас продажи 71.70, которая пока мы еще не достигли, да, с первого захода, но при этом она остается у нас в перспективе для достижения.
Вот, поэтому ждем, пока краткосрочно, да, у нас с вами условия выполняются по покупкам, мы краткосрочно, собственно, и открываем с вами покупки позиций. Вот, с ближайшими целями, ну и ждем, конечно, достижения данной границы. Что касаемо новозеландца. Новозеландец у нас сегодня достиг очередную нашу цель 72.42. И далее, что у нас происходит? А у нас происходит пробитие границы 72.42. И следующая зона цели у нас 72.92. То есть покупки актуальны. Новозеландец идет хорошо. И здесь уже, собственно, перспективы поменялись. Да? Была пройдена как раз-таки вот эта вот граница, да, граница, где у нас равенство сил было, да, у покупателей и продавцов объемы, но уже после прохождения этой границы периферийной зоны 70-50 уже, в общем-то, весы склонились в пользу покупателей, да, объемы, мы видим, активно растут, и, собственно, курс новозеландца также активно укрепляется, что, несомненно, уже будут последствия определенные для экономики. Потому что так же, как и австралийский доллар, сейчас новозеландец находится в переоцененном состоянии. И в дальнейшем, конечно, будут уже последствия, будут определенные действия, конечно, по занижению курса новозеландца. Пока еще, конечно, курс у нас будет расти. Может быть, даже как раз-таки мы дойдем до нашей среднесрочной цели по покупкам. Да, конечная зона 73-74. Ну и отсюда потом, опять же, очередной разворот, формирование максимума, да, и продажи будут, скажем, более актуальны. Пока у нас выполняются наши условия, да, то есть по краткосрочным покупкам, уже несколько позиций у нас с вами закрыто, ждем продолжения роста, ну и, собственно, продолжения покупок. Что касаемо золота, золото у нас после вчерашнего такого вот роста, да, сегодня во флете абсолютно разноправленные движения и, конечно, в ожидании. Рынок в ожидании, ждем сегодняшних событий, комментарии и дальше будем действовать. Вот, действовать. Что касается продаж, конечно, ждем пробития 1263.52, закрепление ниже, и сразу же цель у нас ближайшая 1252.50, 1244.16 и, конечно, зона 1237.07 у нас с вами будет. Вот. Что касается покупок, опять же, с учетом уже сегодняшних заседания, да, сегодняшнего заседания и итогов заседания, рост активный, да, сразу же покупки с нашей стороны последуют. Ближайшая зона цели у нас 1277.03. Но при этом, что можно отметить? При этом можно отметить то, что ждем в скором времени замедления. Замедление, то есть, опять же, вот он максимум, который у нас по факту был сформирован у границы 1295.26. И эта граница уже со следующего роста, да, это будет такой краткосрочный все-таки, наверное, рост, уже будет недосягаемо. Все-таки нужно ждать. Ждал я, конечно, раньше замедления, но вот с учетом прошлых уже факторов, да, основных, там, статистики, которая уходила смешанная, негативная статистика, позволила укрепиться золоту, вот, и в итоге мы дошли до предыдущего среднесрочного максимума, но следующего уже, я думаю, что нужно ждать ослабления, да, и постепенного разворота. То есть понятно, что разворот будет постепенный, дугообразный разворот, но его нужно ожидать уже. Так, далее последний у нас инструмент на сегодня — это пара доллар-рубль, которая, видим, пока тоже двигается во флете, особо без динамики. Конечно, тоже в ожидании все-таки участники заседания ФРС и заседания нашего Центрального банка решений. Сегодня ФРС, в пятницу, собственно, Центробанк России у нас заседает. Вот. Посмотрим пока. Видим, что все достаточно стабильно, ну, опять же, в плане возможных покупок, да, и дальнейшего роста пары ждем обновления вот этого вот максимума, который был у нас
сформирован 6 числа, да, даже, а не 6, 7 числа, 7 числа. И в этом случае покупки у нас с вами цель 57-53, у нас граница будет. Вот, но пока вот стоим на месте, можно сказать, да, без особой динамики, будем находиться в качестве наблюдателя. Так, ну что, в принципе, все рассмотрели. В общем, в целом, хочу пожелать на сегодня всем хорошего настроения, удачи. Не забывайте про важные новости, статистику, события. И завтра в 8:45 все рассмотрим, обсудим по факту и увидим, в общем-то, какой-то у нас из двух сценариев, да, какой был более правдив, все-таки оправдался, да, и, конечно, увидим реакцию от рынка в любом случае. Вот, ну и надеюсь, что все-таки сегодняшние события, да, помогут вам в том числе заработать, да, открыть позиции, вот, и в перспективе также заработать большую прибыль. Вот завтра все это по факту рассмотрим уже. На сегодня у меня все, со всеми прощаюсь. Всего доброго и до скорой встречи.